дорогие слушатели! Мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Бога и Его многочисленных преданных связывает самые разнообразные отношения. Имена, которыми Его называют, отражают их. А поскольку у Него бесчисленное количество преданных и бесконечно разнообразные отношения с ними, число Его имен тоже бесконечно. Мы не можем выделить какое-либо одно имя. Но Кришна означает «всепривлекающий». Бог привлекает всех. Это и есть определение Бога. Мы знакомы со многими изображениями Кришны и видим, что Он привлекает коров, телят, птиц, зверей, деревья, растения и даже воду во Вриндаване. Он привлекает пастушков, гопи, Нанду Махараджу, пандавов и все человеческое общество. Поэтому, если Богу и можно дать какое-то определенное имя, то этим именем должно быть имя Кришна. Парашара Муни, великий мудрец и отец Васадевы, составившего все ведические писания, дал следующее определение Бога. Парашара Муни говорит о Бхагаване, верховной личности Бога, как о том, кто исполнен шести достояний, обладает силой, славой, богатством, знанием, красотой и отрешенностью. Бхагаван, верховная личность Бога, владеет всеми богатствами. На свете много богатых людей, но ни один из них не может утверждать, что ему принадлежат все богатства, так же, как никто не вправе утверждать, что нет никого богаче его. Однако из Шримад Бхагаватам мы узнаем, что во время пребывания Кришны на земле у него было 16108 жен, и каждая из них жила в отдельном мраморном дворце, украшенном драгоценными камнями. Комнаты в них были обставлены мебелью из слоновой кости и золота, и они буквально утопали в роскоши. Все это очень ярко описано в Шримад Бхагаватам. За всю историю человеческого общества не найдется человека, у которого было бы 16 тысяч жен или 16 тысяч дворцов. Причем Кришна не навещал в один день одну жену, а в другой день другую. Он одновременно находился во всех дворцах. Это означает, что он распространил себя в 16108 формах. Обыкновенный человек не способен на это, но Богу это не составляет труда. Если Бог безграничен, Он может распространить Себя в бесконечное число форм, а иначе слово «безграничный» не имеет смысла. Бог всемогущ. Он может содержать не только 16 тысяч, но и 16 миллионов жен, и при этом не испытывать никаких трудностей, а иначе слово «всемогущий» теряет смысл. Все эти качества привлекательны. По своему опыту в материальном мире мы знаем, что богатство делает человека привлекательным. Например, в Америке Рокфеллер и Форд очень привлекательны из-за своего богатства. Они привлекательны, даже несмотря на то, что не обладают богатством всего мира.
Насколько же более привлекателен Бог, обладатель всех богатств? Кришна обладает также беспредельной силой. Этой силой он обладал с самого рождения. Когда Кришне было всего 3 месяца, демоница Путана пыталась убить его, но вместо этого сама была убита Кришной. Таков Бог. Бог всегда Бог. Он не становится Богом с помощью какой-либо медитации или мистической силы. Кришна не такой Бог. Он был Богом с самого момента своего появления на свет. Слава Кришны также беспредельна. Разумеется, мы, преданные Кришне, знаем и прославляем Его. Но даже помимо нас, многим миллионам людей в мире известна слава Бхагавадгиты. Во всех странах мира философы, психологи, религиозные люди читают Бхагавадгиту. Наша Бхагавадгита, как она есть, тоже пользуется большим спросом, потому что этот товар – чистое золото. Есть много изданий Бхагавадгиты, но они нечисты. Нашу книгу покупают лучше, так как мы преподносим ее такой, как она есть. Слава Бхагавадгиты – это слава Кришны. Красота Кришны, еще одно его достояние, также беспредельно. Прекрасен и Кришна, и все его спутники. Те, кто в предыдущих жизнях были благочестивы, получают в этом материальном мире возможность родиться в благополучных семьях и хороших странах. Американцы очень богаты и красивы, и эти достоинства – следствие их благочестивых поступков. Американцы привлекают к себе весь мир, так как по своим познаниям в науке, богатству, красоте и так далее превосходят других. Эта планета занимает ничтожное место во Вселенной. Но одна страна на ней, Америка, обладает столькими привлекательными чертами. Трудно даже представить себе, сколько же привлекательных черт должен иметь Бог, Творец всего космического проявления. Как прекрасен должен быть тот, кто создал всю красоту. Привлекательным человека делает не только красота, но и знание. Ученый или философ может привлекать людей своими познаниями. Но есть ли знание более возвышенное, чем то, которое поведал в Бхагавадгите Кришна? Ничто на свете не может сравниться с этим знанием. В то же время Кришна обладает и полной отрешенностью. Столько всего в материальном мире подвластно Кришне, но фактически и самого Кришны здесь нет. Большое предприятие может продолжать работу, невзирая на отсутствие его хозяина. Аналогичным образом, энергии Кришны действуют под управлением его помощников – полубогов. Таким образом, сам Кришна находится в стороне от материального мира. Обо всем этом говорится в богооткровенных писаниях. Итак, у Бога много имен, соответствующих его деятельности. Но обладая столькими достоинствами, он привлекает всех, и потому его зовут Кришны.
Ведические писания подтверждают, что у Бога много имен, но главное среди них – Кришна. Цель нашего движения сознания Кришны – проповедь имени Бога, славы Бога, деяний Бога, красоты Бога и любви к Богу. Этот материальный мир очень разнообразен, но все, что существует в нем, пребывает в Кришне. Самой яркой чертой материального мира является секс, и он тоже есть в Кришне. Мы поклоняемся Радхе и Кришне, и у них тоже есть влечение друг к другу, но материальное и духовное влечение не одно и то же. В Кришне секс подлинный, а здесь, в материальном мире, он иллюзорен. Все, с чем мы сталкиваемся здесь, присутствует и в духовном мире, но здесь оно не имеет истинной ценности. Это всего лишь отражение. В витринах магазинов можно видеть множество манекенов, но до них никому нет дела, потому что все знают, это подделка. Манекен может быть очень красивым, и все же это подделка. Но когда люди видят красивую женщину, она привлекает их, потому что кажется им настоящей. На самом деле то, что считается живым, тоже мертвое, поскольку тело всего-навсего комок материи. Стоит душе покинуть тело, и никто даже не взглянет на так называемое красивое тело женщины. Способность привлекать на самом деле заложена в духовной душе. В материальном мире все создано из мертвой материи, следовательно, это всего лишь подделка. Реальная основа вещей находится в духовном мире. Те, кто читал Бхагавад-гиту, способны понять, что такое духовный мир, так как в ней говорится. Однако существует иная природа, вечная и трансцендентная к этой проявленной и непроявленной материи. Это высшая природа, и она никогда не уничтожается. Когда в этом мире все уничтожается, эта часть остается неизменной. Ученые пытаются определить размеры этого материального мира, но не могут даже приступить к этому. Только для того, чтобы долететь до ближайшей звезды, им понадобится 1000 лет. Что же тогда говорить о духовном мире? Если мы не можем познать даже материальный мир, то как узнаем, что находится за его пределами? Однако это возможно, и для этого нужно обратиться к авторитетным источникам. Самый авторитетный источник – это Кришна, так как он источник всего знания. Нет никого мудрее и осведомленнее Кришны. Кришна сообщает нам, что за пределами материального мира простирается духовное небо с его неисчислимыми планетами. Это небо гораздо больше материального космоса, составляющего лишь 1/4 часть всего творения. И живые существа в материальном мире составляют лишь малую долю всех живых существ в творении. Этот материальный мир сравнивают с тюрьмой, и как узники составляют небольшой процент
от всего населения, так и живые существа в материальном мире составляют ничтожную часть всех живых существ. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.